ваши впечатления о нашем Иссык-Куле? Вообще я хочу сказать, что я последний раз был на Иссык-Куле в 83 году. Посчитал, 28 лет мы здесь. Да. Ну вот я сегодня приехал, и просто я радуюсь тому, что как бы я сегодня вижу кусочек Советского Союза, когда хоть и сегодня «Газпром» нефть проводит соревнования, но сегодня находятся здесь многие страны, бывшие наши союзные республики находятся здесь. И сегодня здесь витает та обстановка, которая была раньше, вот когда проводили спартакиады народа СССР, да. И она сближает. И сегодня я начинаю понимать, что хоть мы не зависим, между нами границы, но вот в наших отношениях они не существуют, потому что мы все родом из Советского Союза, знаете, может быть, это надо столько времени, чтобы люди как бы уже не чувствовали бы ту нашу общность. Но я думаю, что это нам не грозит. Хоть пройдет 100 лет, но я думаю, что мы такими останемся. В 1981 году вас признали лучшим боксером мира. И во время турне по Соединенным Штатам Америки вам предложили бой с сильнейшим профессионалом того времени в вашей весовой категории, Рэем Шугар Леонардом. Вы жалеете, что Госкомспорт СССР запретил вам выходить на этот бой? Ну, конечно, я, может быть, в силу молодости на тот момент не понимал, что это, может быть, и было чревато опасно, но, тем не менее, для меня, как для боксера, мне было очень интересно сразиться с Рэем Леонардом, потому что мы мальчишками смотрели его, я его смотрел, когда он выиграл Олимпийские игры в Монреале, восхищались ими, и я все время как бы примерял майку его на себя, думаю, вот если мы бы встретились, как бы, да, и вдруг так получилось, что действительно мне предложили, и я очень сожалел, конечно, хотя я с ребятами шутил, они все время спрашивают, неужели ты бы вышел, говорит. Да, ну я так смеюсь и говорю, ребята, ну за миллион долларов я бы в первом раунде упал бы, говорю, и даже не боксировал. Но это шутка. А так я жалею, конечно, что я не скрестил перчатки с таким великим мастером. Быть капитаном сборной Советского Союза для вас было большой ответственностью? Не, ну конечно, это большая ответственность, тем более такая великая страна была, как Советский Союз. Ребята, когда доверили, я это очень воспринял серьезно и на большой ответственности, поэтому я себе не позволял как бы малейшие послабления для себя, потому что после Олимпийских игр, когда уже сменился прежнее руководство, ушли наши ветераны, пришла новая молодежь, и как бы перед ними надо было вести себе соответственность не только в спорте, но и в жизни. И я очень доволен, что это, может быть, и меня как-то закалило, и вот по сей день вот этому принципу я придерживаюсь, и она мне помогает в жизни. Серик Керембекович, вы первый казахстанский боксер, который стал чемпионом Советского Союза, чемпионом Европы, а также первый боксер, который изменил отношение судейского корпуса к казахстанскому боксу. Не, ну, может быть, какие-то моменты были, но я так понял, что если ты на две головы выше, то у судьи она как бы не будет вызывать каких-то определенных сомнений. Ну и, конечно, я, может, до сих пор не понимаю феномен вот своей техники. Мне говорят, вот такая школа, техника. Я, вот, честно говоря, до сих пор не понимаю. Мне кажется, что я делал то же самое, что и все ребята. Да. Поэтому, может быть, в этом и успех, может быть, и повезло мне, что я как бы и не понимал той славы, которая на меня обрушилась. Да. Поэтому сегодня я тот Серик, который был, но уже чуть постарше, конечно, да, уже, да, но в другой ипостаси уже. Что бы вы хотели сказать в адрес «Газпромнефти»? Во-первых, это дух соперничества. Да. Я всегда считал, что лучше пусть люди выясняют отношения на футбольных полях, на ринге, где-то за шахматным там столиком. Пусть там выяснят отношения, да. И это как бы стимулирует, подстегивает, чтобы ребята лучше готовились к следующему году. Это яркий показатель того, что сегодня «Газпром», она такая мировая компания с таким с мировым именем, да. И сегодня она проводит такие соревнования, позволяя своим сотрудникам приезжать, узнавать Киргизию как страну, узнавать ее народ, узнавать ее обычаи, традиции. Это очень здорово, она как бы расширяет кругозор и она дает духовное богатство этим людям. Да. Я думаю, что от этого соревнования, наверное, выиграли, все, наверное, выиграли. И хозяева,
и гости. Я думаю, что даже мы сегодня приехали, даже сегодня я впечатлен, 28 лет не был, и вот та атмосфера, и тот сервис, тот комфорт, который здесь, это удивительная природа, этот воздух, вода, она просто, я ваш первый буду сейчас в Казахстане, буду первый вас буду рекламировать, что не надо никуда ехать, надо ехать сюда и поправлять здоровье здесь, потому что мы братские республики, мы одинаковые корни имеем, у нас одинаковые традиции, поэтому как бы, если мы начнем больше общаться, сближаться, и я думаю, что тогда и наша дружба, она никогда не заглохнет.